А почему главная героиня очень похожа на Зою Дешанель получилась в фильме? Нет, только не это! Нет, я... Ладно, пошутил. Нет, это, конечно же, это не 500 дней лета. По этому поводу я думаю, что пусть это все останется за кадрами. Я хочу сразу сказать, что к серьезным отношениям я не готова. There's no such thing as love, it's fantasy. Вашу роль сыграет Зоя Дешанель. Как вы к этому относитесь? Вы тоже думаете, что мы с ней похожи? Да. Здорово, если они это сделают. Посмотрим, у кого лучше. Окей, well. Сходите на привычку расставаться. Да. Хорошим парням я готова давать интервью всегда.